Да. Ну, Ну, просто в рандомный таргет кидается. Вот демон Локи, вот из-за этого хорошо, то, что у них 10 бесов, или сколько их там. Шанс очень большой, то, что у них кинут. я поэтому, что я его под боссом. Почти ФК. Перемещи меня. И кинь Блять, какого-нибудь. сидер. А. Ну, тогда гламура перенести сюда. А, ты же еще, в принципе, вместо меня пойдешь, а я пойду. Место определенно. Рыбку. Ставлю, ставлю. Сейчас топор слева добыт. Нет, справа, слева будет локация, я буду в центре центрального. А я тогда кого забираю? Ты правая, Танчу. Всю правую сторону? Да. И Женя будет, мы с тобой будем на второй фазе танчить босса. Я Это заберу первую. Пружинки тоже не жалею. Четверка нету. блять, Так на второй фазе вам проще на 2 ДК танчить. Вы быстрее Ну, так мы гроб будете будем, а ты пробивать. будешь... А мне Я на про это трэш говорю. надо, значит, идти. Да. Дайте сундук, пожалуйста, либо фласку из подошного. Держи. Совет. Блять. Теперь я Войда без из подошвы. мамы, Да я уже сундук спишу сейчас. А, слава, давай, спасибо. с готовностью. Джанг, Лапати, Маша. ладно, тогда Саня, не давай ему сало на первом. На первом я рипну дам сало. Я уже не даю сало. Кстати, нужно, чтобы другой сало давал. Ну я, блядь, на первом сейчас дам, блядь, по двоим сразу. Сюда пиздик. Через 6 секунд милики приготовились. Обижали. Майлика вон у Бенни Бенаси законтрольте. Майлика и Бенни Бенаси не убейте. Понятно. Что ты сделал в мидизоне? Дай БР ему, Андрей. Служи, выбейте. Милики отбежали. Застаньте моба, который этот... Похуй, когда надо будет. Сэндрикса создаю. Маша, дай БР по Сэндрикса. Андрюха, попань. У меня БР КДС. КД. Ну как будет тогда? Дайте ребаф. Ребаф по Сэндриксу, да. Уже выбежали. Мелики, под... не подходите под мобов, разбегите, сами бежите. Сэндрикс прожимайся просто тоже. Рианти и Майлика приоритетом. Приверженца нужно будет убить. Он ШП разъебал. А я там без пушек, я там по 300 бью. Эти медики приверженца. Только медики могут его убить. У меня зависло. Вода.
Меликий контроль будет. Разбежали. Будреван Рианти Штака. Будреван Рианти обязательно за контроль. Локачи прохил. Шаку кто-то убил. Мейлика. Кто-нибудь из престола диспельте моего. Саня, что, падаем или даю БР? 7%. 7% с лишним. С лишним стрессом переводим босса, чтобы нет духов по убеганию. У нас Сенджик умер, Саня. Падайте. Или есть БР? Не надо БР. Я босса потанчил. Переводите босса, добейте трэшка, который остался. Да там весь трэш остался. Ладно, не побегаем даже от духов. Давай. Ладно. Сейчас опять справа мобы вышли. Давайте просто по центру тоже вначале, чтобы узнали, откуда мобы выйдут. Не по очереди выходим. Насколько я помню, у меня всегда так, справа выходили. Насколько я помню. Так, Макс, смысл, короче, типа, что-то с пола геру давать. Надо уже привыкать. Типа просто, чтобы до автомата дошли, да, уходили до второй фазы без геры. Потому что если мы, да, в начале геры дадим босса, будет сложно убить. Поэтому нужно... Может быть, слава, может быть. Ну, насколько я помню... скорее всего, так и есть. Ну, давай буду считать еще. Трэш, да, это был четвертый трэш у нас. Четвертый трэш. Да. Да я думаю, типа просто все, ну, те люди, которые на второй фазе должны убивать трэш, просто пускай в центре стоят и бежат и все, в сторону девушек. А то еще сейчас трэш тебе считать все, нахуй это нужно. Пожалуйста, Дима, ты уже не первый раз отдыхаешь, отбегай, следи, блядь, за контролем сам, почему я тебе должен это говорить? Мне очень сложно, блядь, за кем следить. По поводу мобов, которые справа выходят. Допустим, на первом паке я могу одного грипнуть, другому дать сайленс, а потом уже трудно становится. Не надо этим заниматься, с этим занимаюсь я. Ты только одного. Тебя интересует Сенджикс затаунтить всех и забрать вот этому дать. Либо сало обычное, либо грип. А всех остальных ведешь просто. А дальнему пока вот этим занимается, тебе просто с него забрать. Окей. Сало будет КД, то на втором паке я грипну дальнего и ближнего просто дам сало и все. Также Сенджикс, не залей свои сейвы. Я вон и зебо отдавал, и кровь вампира. То есть, как только мы свели пачку мобов на первой фазе, по одному сейву отдавай по КД и все. У вас не сложило, и ты, Женя, то же самое. Без команды отдавайте, на второй фазе с командой. Я и так отдавал. Красавчик. Тринки, дивиденты, не зыбку, зеленку. Поставьте рыбу. У меня нету рыбы. Жрачки. Возьмите. Дайте сундук эту рыбу. Я последний поставил, прошу трек. А вон две нахуй не пьет. Бля, две рыбы поставь. Сундук просто поставьте. Возьмите там. Так. Я, если что, закидываю истерию по... По каву. Андрюха, возьми рыбу сразу с сундука. Все, победная песня. Ой,
Мелики. Немножко отошли. Прицеватель будет перед дневная, не контрольный. Войда не убейте. Айсбаум. Блять, 4 на стакан было, хуёво одна. Хорошо, эмоции. Вот так мы должны убивать трэш, никто не сдыхает. Сэнджик, я сейчас дам соло по правому дальнего грипну. Уже выбежим. Да. Сейчас у меня КД есть, никто не зыва. Миленьки, убегите, надеюсь, что это сделано. Буд Реван скипит, где Мэлик. Мэлика, главное, законтрольте, а там где-то возле мини-зоны, скорее всего. Молодцы. Большой туху есть, тухова. Выкачать на хильте. Хорошо. Оба скоро вышли. Вышли мобы. Контроль через милики сразу не подвигаете. Сейчас будет незыба у меня. Апокалипсис Майлика и Войд. Апокалипсис Майлика сразу же нужно будет досейвить. Наси, бать. И от КДС вот, блядь, пизда это. Смотрите, Майлик с Фридомом. Фридомы тоже теряете. Вот кидывайте. Нахрен. Поводим. Хорошо. Красавчики. Лужа, пепелок. Мобы. Сейчас не забыл, да. Бета-тестер танцеватель была. Не убейте никого. Блять, как уставал. Переводите больше, да. Да, переводите. Сэнджик, встаньте, я повел. Ловить босса. 2 секунды, блять. Блять, не перевод. Стоп. Там сгниет сейчас. Пизда. Играйте по трэшу, че Геру, дайте. Вижу. Дэх надо, может дэх дайте. Сосуны дай. Да не, ну ребята, просто падает, нахуй я хочу. Духи. Ладно, ловите духов. Нет, духи, дайте я поймаю дух, поскольку мне въебало даст. 23 000, понятно. Ну, зря закипишевали, надо было все-таки отдопинать ее, успели бы. Угу. Этот, слышишь, Джанг, ты уходишь? Саш, мне тоже надо. Воксар, Лера, заходи. Ага, иду. Слушай, а я вот мне такой вопрос, а зачем нам бетик в этом банке? Милихаст? Милихаст ДК дает. Не знаю, зачем нам бетик в банке. Дамажит? Сколько он дамажит? Да я думаю, он в Элеме столько же надамажит. И пользы будет больше, да? Давай я бетик типа, выдумаю, типа, не будешь помогать. Типа, если бы у него не было спека, типа, ну, тогда бы, да, можно что-то... Давай. Так, кто там еще джанг уходит, да? Место джанга. Изморский тут? Дэн. Что, покрути спей, пока ты будешь тактику объяснять людям. Да они слышали должны были, я не буду им ничего объяснять. Ну короче, ну типа, все классно, типа чуть-чуть долгие пулы у нас, но это ну поправимо со временем.
Но основная проблема в выходной день, если не могут люди подзадротить 4 часа, типа, это плохо. А, давай Хису засмоним вместо типа данных. Мы ее не убьем. Надо тут нон-стоп траить, блядь, не знаю, 2 дня подряд, каждую неделю. Короче, пока все равно сможешь, подай пиво сюда возьму. Ну, шансы есть, кстати, вот прям красиво сейчас были по мобам, если бы не вышли. Переход красивый был бы. А Хиса тут? Нам не хватило по ворсу где-то 300 тысяч урона для перехода. То есть, это если бы на секунду раньше с Вишневой перевели бы. Ну вот, короче, когда ты озвучил, понял, типа, надо свечиться в этого босса. И я вот еблан и добивал трэшмак, вот, скажу честно. Блять, ну мало, конечно. 12 трая всего сделали, блять. Да нормально, просто быстрее все сделать. Я подумал, что без меня там справиться. Джунчик тут? Джунчик. Джунчик. А, вроде то из морских тут. Может, я тогда на Елема? А... Хан тут пишет, он, да. Ну, давай, Хан, сюда. Тактику слышал? Сидел с нами, слышал, как бить? Придет Клюшанё. Все, давай тогда, быстрее принимай патчи, залетай. Давай, принимай солнце. Ой, слышишь, что там по FPS у тебя? Что ты с этими тестами? Ну заебись, Вуду не режет FPS. Слушайте, может давай двух собак сюда поставим, или петов по этим углам, которые где... Это просто... Да, ай, блядь! Джунчик, ты там на пуле. Я вам скажу больше. Трэш слева, босс справа. Вот и били мы его вот сейчас. Все было практически идеально. Вот что хуёво перевели, вот все. Я один из тех РДшников, которые не свечнулся у босса. Поставь рыбу, еще друга. МК с кулера закинь на Буддревана. Им ту баку. А кто слева танчит? Ребята, у меня нет РД фласки. Кто слева танчит, чтобы запомнить? Слева, справа, мы в центре протанчим. Слева будет мобов забирать в локате. А, ой, сорян, то я просто микрофон ложил и громко было. Давай, короче, сейчас Бенни Бенаси, ты на боссе сидишь. Вздыхает просто. На боссе. Бать, босс, вместо Беттика будешь на боссе. А, я перебью. Лера, он пошутил, но у меня нету СПД фласок. Блять, Бунт, иди в жопу, мне все обмен кидают. Мне все обмен кидают. Стойте, стоп, у вас много времени или что? Что вы свое время и чужих тратите? Короче, вывод фласки, давай быстрее. Сдолба. Боксар, Сацуна, шнурки, Бетик. Ну вот один трай и сразу уже не принимают. Ну пиздец. Просто скажи, Сань, что я в ретабе сижу, смысл на Варкрафте сидит. Бетик. Что? Этот пистер Сацуна его кон. Нажми, да, или ты тут, или я не тут, я не знаю уже. Знал уже. Ничего ты не нажал. У меня вопрос висит от тебя. А нету чека уже. Молодцы, спульник, красиво. Без припотов кто-то. Милики отбежали. Бенни Бенаси у Фолокону. Контрольте их всех. Бенни Бенаси не убейте. Он где-то возле босса должен быть. Возле нас, возле пачки. Вон он. Трус. Умер уже. Ну. И у него и пушки не снимаются.
пушками бегает. Не спал? План поменяем просто его туда. Раздра вздыхает. Милики отбежали. Уфолок, пепелок, вон ноль. Пепелок сзади, хорошо. Сейчас 5 секунд будет. Сейчас он убьет. Он в мелизоне не убить. Убей этого, блядь, что уфолок сейчас всех похоронит, ну. Ладно, падайте. Ну я озвучил, что сейчас продлить и будет. Тебя законтролить только могут в тирами. И стоят, ждут. Просто, в смысле, я дал сопрот. Два сопрота было в дерево и сопрот в сову. Смотрите, я вам сейчас скажу больше. Мы бьем, вот какой-то паладин, мы бьем с темной аурой, чтобы вы понимали. Кстати, да. Что это, блядь? Что это? Я думал, откуда сопрот? Вроде не бафу. Темку. Бенни Бенаси, тебе вообще сказали, что на боссе будет зачем-то в мире побежал? Да, тебе босса. У тебя просто постоянно умирает. У тебя просто как ДБР тратит. От Авкати темная аура была. Ставь Женьку защиту, ладно. А мне по мобам играть или? Все по мобам играют. Не играешь чисто через АУЕ, когда сказали стоп, но. Чем могу помочь? Числавность, ты зайдешь? Да нет. Я через 10 минут буду дома. Давай, да. Нужны как можно больше друидов, чтобы контроль не были. Давай, пошли. В принципе, все неплохо. Подожди, в Акате же не кидает в этот контроль темной ауры, что включается там. Или она сейчас все равно работала, Андрей? Ну, нет, там проблема, если его законтролят, то он... Его не может в контроль кинуть, потому что он танк. Танков не кидает в контроль. Так вернуть темную или нет? Вот, типа, по танкам можно точечно бафать, но все равно ДБМ снимет. Я не про это. Ты смотри, у танка тьма была забрата. То есть, когда тебя кинул в контроль, работала аура? Да, но мне висел баф. Значит, я сразу еще озвучил. Значит, работает. Я думал, не работает. Ну ладно, тогда не надо же тьму нажимать. Он бота поставил, слышно. Все, давайте. Он у Сацуны Скибиди. Сацуна Скибиди, как всегда, последняя. Хорошо. Давайте. Нажмите красиво сейчас. Фу. Сделать. И не бинаси на боссе ты сидишь. Риксы можешь закидывать в у Древена по КД. До второй фазы. Милики. Бежали чуток. Сацуны, Майлик, Рианчи, законтрольте их. Бабл нажал. Блять, ну прости, уже тратьте баблу. Ебаная его. Выбежите из службы. Скоро мобы. Дальше я не забудам. Милики отбежали. Я освобождаю тебя от проклятия плоти, мой верный слуга. Появился большой. Да чего на шар смотри за контролем? Я пока не могу прочитать это заклинание.
Бетик аккуратно. Смотри, тоже. А, у меня БРКД. Он вылечил, они все живы. А, Милики, не подбегайте. Мой лик бета-тестер стака, всех законтролить, двое сейчас на дисплее. Лера, ну что ты потенциал имеешь? Энджик прожимался. Я еще и не зубы нажал. Да не жалейте прожимок, блядь. Мистер Бон, шнурки. А, тут моб. Там обратка включена, не бейте его. Дэхни. Ложить? Да все. Да, да, да. Короче, я приоритет Милика, ну, вихрю, если что, сразу говорю. Че, упали? Да. Еще один мелик. Реанти сейчас. И два человека не снимают пухи. Сейчас мы заметили, кого-то убиваете, сразу будет реально минус. Потому что это где? Бенни Бенати точно пушки не снимаются. Либо делай макрос, либо ДБМ. Не знаю, как она умерла, может под мобами где-то стояла. Нет, она стояла в пуловая, я стою в вихре, и она просто в ляпе умерла. Ну, она может по мобу стояла с обраткой и убила сама себя. Это просто дай, когда было, по мне не было дамаги, и меня босс почему-то стрелой было показано, убил. Ваншот был. А можешь скинуть информацию о смерти? Блоксар, глубокая заморозка, 20 тысяч. Что, она сама себя убила. Она убила по мобу, у которого был брат. А порыв смертельной стужи, это что такое? Порыв смертельной стужи? Можно сказать. Да это, по-моему, эти стрелы. Пим, хуярят. Хорошая. Что-то там два коста по 18к. Да, это стрелы летят от тебя. У кого нет ДБМ, кто не снимает оружие? Точно Бенаси не снимает, я видел. И кто еще не знает. Ну, шнурки там говорят. Не видел. Наш комплексный пух. Ты что, ребята, без ДБМ играют? Не знаю, возможно. Может, просто не обновили. Так вы, блядь, тут сидите, скажите, вы с ДБМ или без ДБМ играете? Шнурки, Бенни Бенаси. Рыбку поставьте, пожалуйста. Шнурков старой версии стоит, но стоит. Тут вообще показываются шнурки дневная, Ахиса, Пепелок, Эйя, Оно, Марухич, Альделит, Гламург, Джуник, Изморский, Шак, Авакати, Войт. Бета, Эмобой, Пуси. Определенно агрессив. Но почему-то так у меня показывается, что не установлен. У меня 9-2-18. Я сыграю, не выглядит. Надо, значит, сразу менять, наверное. Дан, как придешь, напитка. Пока тебе где-то порос отсюда дневная масло. Дневная с маслом на масло. И Сацуна, и Маша. А, полетели. Полетели. Сёма, Сэнджик, не жалей их прожимки. На каждую из мобов они откатываются, некоторые. Меня он не складывает, а тебя складывает. Ну, типа, может, меня меньше бьют, конечно, но... Аспекты просто разные, аспектность после этого сейчас все так же будет. Милики, приготовились, убивать шнурки аккуратно с огромным. Тухуй появился.
Его нужно будет убить, либо застанет. У Дрейвена у Фолок апокалипсис. Мидеж у него что? Апокалипсиса не убейте. Любать меня не зыбко спасла, чуть не отпиздили вы меня. Ты ее должен был потратить. Если бы потратил, умер бы, блядь. Я зеленку потратил. Не зыбку не отдам, блядь. Не зыбку тоже отдавай. Я бы сейчас бы умер бы. Милики, блядь, приготовились. Не зыбу отдал свою. Побежали точно милики все. Будреван, Ваксар, Уфолок. Уфолок в Рагнароке обязательно. Старфол. Пока у него возвратка была. Ну ты чтоб не убил тебя. С моим уроном я себя убить не могу. Милики, скоро будет контроль. Прибежали, приготовились, отбежали уже. Риантик, Снурки, Сацуны. Снурки, Сацуны, Риантик, кто-нибудь там по контрольте. Не убейте Сацуны, он в мили-зоне. Побегайте от него, все, отбежали. Он придомы на себя кидает. Только ветерки работают. 36% у босса. Смотрите, аккуратно, сейчас хорошо идете. Молодцы, ребята. Давайте так же. Милики убежали уже. Два моба стоят возле РДДшников. Ну... Одного грипнул. Блять, как эфир ему дал. Ну, что? Майлика поднял. Парень, у меня зеленка откатилась. Похуй, в миле этот, смотрите, стоит. Нужно ему будет стан дать. Похуй, я не убью вас. Стоит моб, череп на него поставлю. Милики по нему должны сыграть, РДшники по нему бить не могут. Хорошо. Что ты этот миллион подводишь, если еще хоть... Сацуна у нас. Сацуна, БР, дай, он друха. Вот тут эти свищи, сейчас трэш, кто у вас играет. Подождите, столько свищей говорить, короче. Падайте. Видишь, что трэса до хера, надо было вначале трэсом заняться, а потом боссом. Зачем, ты сказал, подводить, он поубивал людей. До хера. Короче. Давай, нету. Что там Джунчик дает? Джунчик 5700. Гони Бенаси 5. Короче, первое предложение. Поставить перекур. Перекур 5 минут и пускай пойдут поставить ДБМ, если сразу. Большинству надо уходить вон этот скоро. Гони Бенаси на замену. Иксморский, заходи обратно. Джанг. Тут. Джанг. Поставим скоро перекур. Некоторые уйдут. Сэндекс, короче. Твоя задача. Двух мобов забрать, трех. Паул, справишься или меня этим заняться? Да, я справился один раз. Один раз не получилось, потому что там моб, который милик начал. Как говорится, один раз не. Ну, потому что милик, я уже отошел от него, он начал кастовать темное могущество сразу как заспаунился. И мне либо его грипать, либо плохо будет. Ну, что мне делать в этой ситуации? Я не успеваю подойти кикнуть ему. И даже Сайленс, скорее всего, не успевал подойти дать. Так, Изморский. Тут. Лера. Достань антимагию скилл. А пока у тебя будет также дригрипать дальнего. Вот этому мобу, который отсюда выходит всегда, даешь антимагию каждому, каждый раз, когда он выходит. Когда он начинает кастовать скилл. Первый раз, окей? Запомнил? Да, да. А, нет, это не мне сейчас?
Валерия говорила. А. Ахиса здесь? Давай вместо Джунчика. Джунчик улетает. Фридом и паладины. Два скилла тратят. Фридом и бабл. Все. Все, что вам нужно потратить. ДКшники, зеленка, незыба. Совы и Старфол обязательно. Изморский здесь отлично. Тогда Изморского лучше вместо Ахисы. Не смотрите Ахисы, он будет плюс один БР. Изморский берсу тратишь. Изморский сидишь на боссе вместе с Будревеном и Дексом. Смонти. Мы же с ума не зайти, что она в седьмой группе. Я вижу, сейчас летит. Лети пока, Ахиса. Лера, с тебя обязательно антимагия. Кинул антимагию, и все, и пошла дальше работать по мобам. Ахиса, ты пока на замену Изморского возьмем. Изморский пришел. Извини. Бля, понимаешь, что сейчас многие свалят. Давай пока потраем. Свалят, потом сделаем небольшой перекур и с теми, кто останется, еще чуть-чуть потраем. Тщеславный за Сумонти. Просто у нас Орел не курит, ему нормально. Да, я не курил, и вам не советую. И 8 лет не пил. Ничего. Поэтому и злой такой. Да. Курит и пьет, и шемом бегает. И вообще похуй. Минуты классик. За Войду кидай из домен. А Батик вообще изичу донати, так что... Что можно еще говорить? У всех есть нас тараканы. Не залейте прожимки. Наденьте две тринки прожимные. И по КД их не сжимайте просто. Одна закончила, вторую нажали. Нажали кровь вампира, ну, если, кстати, на декап. Как складывает себя? Меня не убивает. Хотя я слабее, чем ты. Намного. Также Лера помогает. Ну, он больше, да, держит, но все равно просто презентен дает. Сацуна, Саня. Все. Тебе в босса из Морской, тупо в босса из игры. Вообще эта леди уже заебала. На Синдре потом скажешь. Синдра. Не знаю, Синдра в этой степени проще. Милики, смотрите, там бежать не надеюсь, что взяли. Там в РДД бахнулся. Падать. Дадите все под мобов, под лицо мобов. Милика я сам забрал, это другого гриппа, он со мной стоял, тут бился. Это которого я гриппал, его никто не забрал, но фолога ушел. То и навык не все. Давай ты попробуешь тогда, значит, на этом, на одном, а я на двух. Тут какой-то пиздец стало. Когда Андрей прыгнул в танка. Не в танка, а в салу. Конечно, надо танк, ебать, выставлять еще, блядь. Ну что надо? Чем больше ты действий делаешь и помогаешь рейду, тем ты красавчик. Тем более красавчик. Рез вставай, мусред. ДПС будет. Ну, блин, ну я же говорю, сейчас 4 часа несколько человек уходит. Ну, блядь, дождите 4. Уйдут эти люди, и потом потраем с ними. Кто останется? Суная, ресницы. Шнурки, заходи. Огромно у вас какая-то беда. Ну, типа, я прожимаю крылья, и на меня сразу два моба точно срываются.
У фулгам не было такого. Так ты ж подожди, это ж ДКшники, блядь. Им тяжело бронь. Так же там уже пол хп у моба. И типа, блядь, я прожимаю крылья, хопа не сработает. Это ж рейтрики, блядь, они вообще припизенные. Привет, как вы? Убить, блядь. Нормально пока. Давай этот, мобой их найти. Надо на трэш надо делать ФДК, ебать, там... Ахачи, пока... Тихо. Возможно, потом будет. Что там с ним бой? Буаз, сейчас на меня пробуй напуливать мобов правых. И Антон, ты на Ахачи не так делал левых. Мой мобой, ну давай, блядь, почему вы, сука... Так долго все делаете, как же бесите. Саш, по работе звонят, подожди, пожалуйста. Там мобой здесь? Ладно. Смотрите, если хочет. Блин, я честно, о. А кому прессовать? Не могу. На ДК. Готовность на пол. Технорки. Отлично. Дайте ему додать парку. Там Хант у нас, он написал, что фласка не тикает, он пускай заходит тогда. Я здесь, если что. Лера, давай Ханта обратно с Мони. Заходи. Это, вы разди... Это, я вас... Я бы раз 30 покурить успел бы. Что ты говорил? Короче, ДБМ кидает три метки квадрат, треугольник и луна. Вы их разделили между 100% своими контролищиками, друидами? Две совы и кот. Никто на это никогда не смотрит, на квадрат, крест. Мне похуй, я могу и на крест квадрат, кто скажет, то... Я к чему это говорю? Ну, если не смотрят, типа, нахуй надо тогда нам этот босс? Я к чему это говорю? К тому, что могут на одного человека два вихря, например, кастовать. То есть это неприятно. Это, ну, убить могут, пока контроли будут раздаваться. Все люди должны контроль. Ты уже тут? Да. Лера? Я здесь. Все, тогда Джончик не заходи. Ну, короче, я прилетел в мире к контролю, 100%. Приоритетом контролит Маша. И славность, и уфолог. Вот эти три человека. И изморские, если возле босса кто-то контролит. Потом по приоритету дальше идет пилок, Будреван, Дексиона, так как сейчас тревога контролят. И Лера помогает. БТ-тестер тоже помогает. Ну что, давайте погнали. Я готов, готов. Да, Сэнджикс ужас закидывай, потому что я буду ЭП-шки закидывать мобов. Две. Одного. Что-то сложил. Сейчас меня мне в одну будет. Миллисекунду три колуна ударило.
Не знаю, блядь. Не, надо Андрюха чар танка. А три колонны, колонны это миты получается, да? Да. Это миты, Клифф, да. Ты прожал, честно скажи, ты прожался или нет? Нет, под эти три удара не прожался. Ну вот ты мобы сбегаются к центру заранее прожаться. Ну что ты сделаешь? Я не могу просто понять. Ну я прожимаю сейчас. Есть такой момент, Пойди. Пойди, я деф, за дефу Сенджикса, там может быть момент, что они типа кинулся этот, понял, ап на трэш, и если бы они задиспелли, то они там ебашат по 30 тысяч за удар, нахуй. Ну в любом случае он не прожимается, ну блять, ну просто чем сложность подорваться сразу. Давай, ты можешь не среагировать даже, пожалуйста, понимаешь? Причем здесь не среагировать? Вот он ведет одного моба, я ему одного моба назначил, он ведет, я веду к нему еще трех. Вот когда они идут, можно заранее нажать, они действуют, работают по 15 секунд эти тренинги, блядь. И что ты сделаешь, я просто понять не могу. Там накладывается дебаф, который хилы просто могут не прохилить, то что по мне я меньше... Я понимаю, что накладывается, но ты все равно не прожимаешься. Просто заранее прожмись. Умираешься только ты из танка. Я, короче, спек поменял туда-обратно. Я тоже умирал два раза. Я ни разу не умирал, у меня от мобов. Что есть вероятность, что у меня игра мало. Это большая вероятность, но... По крайней мере, я прожимаюсь заранее. Что мне делать, на СВУ или в танке? Давай пока в СВУ что-то сделаем. Я на мага сейчас перезайду, что туда в танк прыгнешь. Как и в танке было, стало было лучше, по крайней мере. Лучше по игру. Сейчас вроде я привел двух мобов. Красиво. Так ты нормально садишь, на ДК остаешься. Совы, трэш, ауешь, на ЖПС разваливают. На ЖПС кайф. Кайф. Не, а вы не хотите поставить 3 медика слева, 3 медика справа, и пусть они там свои пачки убивают. Они не убьют. Там у мобов по 600 тысяч, что они даст сколько? Мобы каждые 30 секунд? Раз. Давай это. Поставим. Трибу, Андрей. Это нужны, которые хорошо ауешат, ебать. Ну, вары, ретрик, мутик. У нас нету столько варов и палов, блядь. Мутик плохо, но авик в три цели. Ну да, вар, пал и ФДК. Эти троих надо просто ставить. И должно быть их равномерно. Ну типа за 30 секунд заклеивать мобов по 600 тысяч хп, у которых, ну и мое мнение. Блядь, ну мы сейчас все нормально делали. Просто нужно сделать так, чтобы не сдох там, на диспеле будь сразу, Вадим. Что еще кто-нибудь помогаете? Давай. Где курсите, где-то. Скибиди Сацуне. Сань. Все. Заранее прожми просто пару прожимов. Три не просто Эндвира. Не умрет, я тебе отвечаю. Лера, чё не дала? Я рану дала, простите. Идём, идём, пиздюк. Зелёнку, вам покал, красавчик. Сейчас вам с Дайбер покал, у меня сейчас будет контроль мелить. Чё, я после контроля встану, на парня. Меня буря убили. Падать? Лужды. Меня Саня не лужа там убила. Я походу когда пробовал... Ну я его, не знаю, я в штурке не успел даже закатывать его, шутнули. Меня от вас жопа просто горит. Тука, контроль, отбегите вы с мили зоны. Я бежал, меня буря убили. Он выбежал в мою сторону и буря нажал. Ты посмотри, где я умер. Около зеленой метки. Чувака этого законтролил, который бурю назвал. Или тебя законтролил? Ты, блядь, какой перекур? Задолбёшь. Хочешь, иди на перекур. Возьму вместо тебя кого-нибудь. Не, Сань, бери вместо меня. Я реально пойду на перекур. Ну, уже 4 часа сижу не куривши. Ну, я уже все, блядь. Я сгораю.
Это 2 минуты, блядь, ничего не да решит. Делай мы в сигаретах, а дело, чтобы люди немножко это разумели. Я пойду сейчас вам покурю, воздухом подышу, 2 минуты. Все равно, блядь, по 5 минут мы сидим, ждем. Ну. Ты знаешь, как так звучит, как алкоголь говорит, я могу пить, я могу не пить, нахуй, мне все равно. Мне что-то... Иди кури 2 минуты свои, идите на 2 минуты. Если через 2 минуты не будет, блин, получите минуса, все. Курить, здоровью вредить, как говорится, блядь. Бог затыкал, молодцы. Факт. Мне кажется, это старая была. Факт это точно. Не, если бы затыкал туда рыбу, Адам показал бы, пропала рыба просто. Посмотрите сериал «Менталист». Это что ты знаешь из ряда вот этих русских сериалов, типа там лютых вот этих, как они? Ой, блядь, где-то с краем глаза видел, там, блядь, с духами он говорит, блядь. Ну, да? Да, ну типа да, ну так он прикидывается, он психолог. Этот, да я, видишь, я русских сериалов не смотрел никогда. Ну, блядь, разве что старые, только какие-то там в детстве, блядь. Он американский. Мне понравился момент, когда баба там какая-то курит постоянно, и он к ней подходит, ну и такой говорит, блядь, каждый раз, когда вы куриваете, там, жирный толстосум радуется, типа, потирает, там, денежки в карман ложит, там, и по плечу ее так похлопал, она такая стоит, блядь. Да не, ну... Знаешь, тоже можно сказать про серу. Знаешь, типа, вот... Каждый раз, когда мы по череста, они так смотрят, на клетку на нас ебать, долбоёбы. Да-да-да. Блядь, просто меньше минуты я покурил. Ой, блядь. А ты через что куришь? Чё, дай тебе топ-пипа эти. Так, тщеславность, всем обои, заходите, ставьте в кассу при теме. Это всем Дота виновата, блядь, с КСК, так курить быстро, блядь. Ты бросай курить, здоровье погубишь. А пока в ближайшую неделю, главное, не умирай, это амулет не передашь, дальше кури. Спасибо. Да, здесь, у кого там сопрот? Не помню. У Андрюхи был. Да я вообще эту хуйню какую-то соску курю. У меня есть сопрот, да. А нахуя кому сопрот? На мне, да. А там тут, ну да. На ХП просит. Каску дайте по окон. Масс варианте пиговок, шнурки. И лапу. Рянчи, ты тут? Или ушел? Мистер Бонд с Ацуна Дексиона. Сука, у меня тут жопа горит, блядь. А вы какого хуя уходите? Саня, да может просто тебе жарко на крысе сидеть. Просто пиздец. Ты же обещал супруге, что не будешь материться. Рянти, да мистер Бонд. Знаешь, я такое чувство, когда Саня выдыхает, он тут сбоку какая-то хуйня, такая, он сжимает. Ладно, спокойствие, спокойствие. Уже им обои не здесь, ну. Надо это. Ура. Жмякать бублик в руках. Все. Улетели. Ранее отбегайте. Вера, не забывай, во время каста отдаешь мобу. Я на всякий случай оставляю. Бля, ну... Прости. Мелики, приготовьтесь, скоро будет. За гром следите. Мы троху калечим. Мелики должны уже все отбежать. Русователи, мистер Бон, пипилок. Сэнджикса поднимите. -2. Лера! Прости. Я звонок выбил меня из колеи, все, больше не буду. Ты опять убила сама себя. Я вижу.
Падайте. Ты этот на Андрея, на этого. На танка, я, короче, на мага. Будем как вначале. Эра, возьми калаш и смотри. Типа, упрости все задачу. Просто бей всегда мужиков с топорами и все. Да я зайду на мага, ты давай на этом. Дай еще разочек попробовать. Сама умереть. Так не только ты умираешь. Есть проблема в том, что у нас нет танка, который может нормально агроди брать. А Андрей этим танком был. Хорошо. У него на поле был мистер Бонд, и было все красиво. Сейчас есть проблема, что у нас трэш бегает везде. Потому что делайте себе ФДК на трэш. Надо сделать потом. Я же не знал, как танец будет. Ну, только именно с двуручкой, не с одноручкой, а с двуручками. Ну, сделаю на следующий. Не знаю, я сейчас ФДК танка сделаю, ФДК с одноручками. Будете вы себе бегу сосать в патруна. Давай, Андрюха, в танка, так же, как и было. Бакати справа, Андрюха слева. Меня дропнуло, я захожусь. Там хорошо. Вообще, да, Лера, бьёшь по боссу тупо. Играй по боссу. Я все ухожу. Уходишь уже? Угу. Но есть один трай, Слава? Не, не, не успеваю уже.